Один из ключевых национальных проектов, успешно реализуемых на Кубани и в Славянском районе, нацпроект «Жилье и городская среда». Благодаря федеральной поддержке в этом году в нашем районе будут благоустроены парки в 5 сельских поселениях. Наша съемочная группа побывала в станице Анастасиевской, в центре которой, рядом с Домом культуры, и располагается реконструируемый парк. Проектировать современный парк начали еще в позапрошлом году. Были учтены пожелания и потребности жителей, а также актуальные тенденции в парковом строительстве. Работы начались буквально в марте. К сожалению, погода была не очень хорошая для строительных работ, но на сегодняшний день, согласно графика по соответствии с контрактом, выполнены в полном объеме работы по демонтажу всей бетонной конструкции. И на сегодняшний день практически закончены работы по укладке бордюров. Значит, завтра, послезавтра будут выполнены работы по подсыпке тротуаров щебнем. И через неделю будет производиться завоз уже тротуарной плитки. Согласно срокам контракта, первая часть по данному контракту будет завершена до 30 июля, это полностью благоустройство территории, и до 15 октября, будут выполнены работы по озеленению, потому что летом деревья никто не высаживает. Значит, тоже запланировано 95 деревьев высадить на данной территории. У парка Станичного будет свое лицо. Проект удачный, и будет сделано все необходимое, чтобы он был успешно реализован. Особенностью данного проекта, я считаю, является доска почета. Является зонирование территории парка, где запланированы зоны отдыха как для наших самых маленьких жителей, так и для людей или наших ветеранов старшего возраста. Также запланирована большая воркаутная площадка с современным резиновым покрытием для наших детей. Пройдет не так много времени, и парк в центре одной из самых красивых станиц Кубани, Анастасиевской, станет ее настоящим украшением и центром притяжения для отдыхающих анастасиевцев. Благодаря реализации этого нацпроекта качество жизни станичников повысится. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».